Привет всем, дорогие друзья! Я вас рад приветствовать. К сожалению, не могу быть сегодня вместе с вами. Но я уже наслышан об этом фестивале. Неделя российского кино в Лондоне и «Золотой единорог». Мне очень почетно и приятно, что три моих картины, аж три, вошли в конкурс этого кинофестиваля. И вообще, мне кажется, что миссия этого фестиваля не только, как оказалось, познакомить с английскими зрителями вот с нашим кино, хотя это замечательно и очень важно, но есть и благотворительная деятельность, когда средства от показов, насколько я знаю, будут в один или в какой-то другой фонд, который выберет фестиваль. Также там очень много смотров, молодежных программ, встреч с интересными режиссерами и даже компетентные жюри, которые будут решать самый главный вопрос – кому же достанется основная награда. Я, может быть, если получится, я с удовольствием приеду, представлю картину. Если нет, мне очень будет жаль, но я буду очень надеяться и сопереживать. Спасибо вам за то, что вы такое делаете, очень хорошее и большое дело. И желаю фестивалю удачи. Пока.